Всем привет, это предпродажный обзор одних из самых популярных на сегодняшний день звуковых колонок, это Electronic Stereo 210. Ее купили вместе со Светомузыкой, это сверху стоит, я сейчас все продемонстрирую, как работает, едет в город Алапаевск. Обращаю ваше внимание, что на звуковые колонны сейчас идет большая скидка. Конкретно эту модель 5100 рублей скидка, стоимостью 18900. Едет в Алапаевск получатель Кирилл Сергеевич. Давайте вскроем, проверим и отправим. Отправляется компания СДЭК за наш счет. Колонка трехсоставная. Сперва идет сабвуфер 10-дюймовый. Вот такая проставка. И еще одна составная часть, это 8 динамиков. Я сейчас покажу, как она собирается. Можно сделать ее просто коротенько, она будет невысокая. Сам сабвуфер и 8 динамиков. Вот, собственно, вот это вот, она может вот так работать. Невысокая. Если поставить проставку, то будет 1,80 м высота. Звук будет шикарный, направленный. Если вам надо сэкономить пространство, то просто убираете эту проставку. Я ее вот так собрал. Вот это полная высота, 1,80 м. Сабвуфер, проставка, 8 динамиков. Все управление сзади. Подключение чего угодно. Есть AUX, выхода, входа. К микшеру можно подключать. Линии отключаются, включаются. Сейчас обе включу, проверю микрофон. Я подключал звук через AUX и подключил просто к плееру. Также можно будет подключить любой смартфон. Вот звуковой колонны, кроме этого, еще есть и Bluetooth. Можно через Bluetooth подключиться. Вот на плеере включаем. Сейчас сабвуфер немножко подключу погромче. Звук очень классный, у него есть эквалайзер. Я сейчас по басовой включал. В наушниках будет точно слышно. Давайте Светомузыку проверим. Светомузыку я достал. Так, ее можно как хаотично, она может просто как фонарь светить. Может под музыку работать. Сейчас работает только красный свет. Будем регулировать. Просто свет. Так, вот сзади все режимы. Режим, блин. Освещение. Там еще режим стробоскопа есть. Вот режим строба. Это просто хаотичная засветка. Разные цвета. Это помедленнее, она хаотично переключается. Вот в музыку. Все очень качественно и здорово работает. Запаковываем и отправляем в город Алапаевск. Компания СДЭК за наш счет для Кирилла Сергеевича.